22 марта Центральной детской библиотеке исполнилось 60 лет. Все эти годы маленькие читатели приходили сюда за книгами, знаниями и хорошим настроением. Вот и сегодня воспитанники детского сада «Рябинка» пришли в библиотеку, чтобы совершить виртуальную экскурсию в Дымково и Вятку и познакомиться с традиционными народными промыслами этих мест. Долгими вечерами, что они делали? Делали игрушки, запекали печи. Обжигали печи. Их в печи, и по вечерам зимой дым шел из печи, да? И деревню прозвали Дымково. Ребята раскрасили эскиз дымковской игрушки, поучаствовали в викторине, посмотрели презентацию и обучающий мультфильм. Такие занятия у дошколят проходят раз в неделю, и они уже привыкли совершать виртуальные путешествия в разные города и деревни нашей страны. Я думаю, что это очень познавательно, это очень полезно детям знать не только свой город, где они родились и выросли, где живут там бабушки, дедушки, да, и где они там отдыхали летом, но и другие города, которые более-менее значимые в нашей стране. Дети на такие занятия приходят с радостью и с удовольствием впитывают новые знания. Что ты сегодня узнал на занятии? О городе Пяткин и городок Дымково. Как делать расписывать глиняные игрушки. Часто вообще ты приходишь вот в библиотеку на такие занятия? Да, прихожу всегда. Ну и вот что тебе больше всего нравится делать в библиотеке? Слушать учителя. Впрочем, начиналась история Центральной детской библиотеки на улице Школьной, где она располагалась в подвальном помещении. Потом переехала по адресу ПЛК-18, где занимала две квартиры на первом этаже. И только в 80-м году обрела свой окончательный дом, въехав вместе со взрослой библиотекой в только что отстроенное здание. Сейчас здесь около 4000 читателей. В день библиотеку посещает около 50 человек. Приходят как за книгами, так и на многочисленные познавательные мероприятия. Работаем мы с детскими садами. Вот у нас сейчас новая программа «Сказочное Лукоморье на карте России». Работаем со школами. У нас сейчас замечательный проект есть, международный проект «Ты плюс я равняется друзья». Это 4-я школа, 4-й Б-класс. Общается с ребятами из города Минска. В эту пятницу библиотека в 14 раз подведет итоги ежегодного конкурса «Самый читающий класс». В будние и выходные здесь работает множество кружков и секций. Особой популярностью пользуются мастер-классы и занятия в научно-опытной лаборатории «Всезнайка». Много разных мероприятий посещаем, которые происходят в библиотеке. Дети приходят на викторины, конкурсы. Мы как родители сопровождаем, нам тоже очень нравится. Но главное, ради чего приходят сюда, это, конечно же, книги. Кстати, узнать, есть ли в библиотеке интересующая книжка, можно просто заглянув на сайт. В детской библиотеке есть настоящая книжная больница, где маленькие посетители могут подлатать старые книги, а также интересная фотозона для любителей селфи. Кстати, эту лавочку сделали сами сотрудники библиотеки. Словом, сегодня Центральная детская библиотека – это не просто хранилище книг, это информационный центр, выставочный зал, площадка для проведения занятий, интересных встреч и мастер-классов. Екатерина Борисова, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.